Очередная рождественская комната. Письмо от миссис Клаус, возвращено в инвентарь. Дорогой Санта, забудь восстановить свою магию. На каждой остановке обновить ее печеньками и какао. Так ты сможешь продолжить свою, делать свою работу и безопасно вернешься домой. Волшебная палочка из леденца знает, что нужно делать. Я думаю, прятать подарки, как пасхальный кролик в прошлом году, это не очень хорошо. Поэтому палочку лучше постарайся класть подарки под дерево. И далее, ты безопасно. Увидимся утром. Хо-хо, миссис Клаус. Hey Kay, I've been in an accident. Just a small fender bender, so I'm gonna be running late. I set the fireplace to turn on automatically, so the cabin should be nice and warm by the time you get there. See you soon. Hey Jay, I'm gonna be super late getting to the cabin. It looks like there's an accident up ahead. Could you please put out the cookies and cocoa for Santa? Thanks, I'll see you in a bit. Так, из-за местных медведей. Иду запертой, пока эта хижина свободна. Ну, пока никого нету. Похоже, эти медведи. Это пятерка. Пятерка с золотой кольцо. Есть. Балерина, это девятка. Балерина девятка, все хорошо. Так, валет наш десятка. Не, 11. Это труба. Есть. Вроде пусто, но тем не менее стоило проверить. И еще одна карточка. Тройка – это курочка. Готово. Мяу Крисмас, спасибо за подарки, Санта. Такие-то. Эй, Санта! Мои чулочки в центре внимания. Пишет И. Бра. Мой чулочек победитель. Кто у нас тут пьет? Элочка. О, так много пазлов. Почему мне взять самый большой чулочек? Окей, понимаем, где чей чулочек. Что здесь? Это записка про медведей. А ее носить, конечно, пока не трутся, но... Так. Поставили. Мука, сахар, яйцо. Замешать тесто. Мука. Я, конечно, шоколадного четвертого тоже добавил. Ну, успеем. Так, в холодильнике яйцо. Чтобы открыть холодильник, надо узнать пятизначный код. Его мы пока не знаем. Но зато мы знаем, где находится лист для запекания. И, между прочим, еще одна картинка. Картинка с дамой. Дама – это барабаны. 12 барабан.
здесь мы можем потихоньку понимать, где чей чулочек. Окей. Так, птичка с грушей — это туз. То есть единичка. Вот, птичка с грушей на единичке стоит. Все хорошо. Ванна. О, ванна нас пока не пустит. Зато мы нашли четверочку. Четверочку — две перепелочки. Четверочка — две перепелочки. Все хорошо. Так, еще надо четырехзначный код на разных цветах найти где-то. Тут без ключа тоже ничего не сделать, но мы знаем, где ключ. Мы знаем еще одну карточку. Гусь — это 6. Гусь — это 6. Есть. Нет, ключ не отсюда. Значит, ключ от ванной. Ага. Смотри, нам дали еще одну карточку. Лебедь. Это 7. Так, мы много карточек уже собрали, но еще не все. Так, танцующая девушка под номером 8. Значит, по двойка не она. А что по двойке? По двойке, значит, вот это. Они же не должны повторяться, правильно? Так, ну вроде в каждую дверь попробовали потыкать. Дверь не открывается. Тут тоже они просто дали нам по карточке. И открываться отказываются. Что ж. Очень жаль. Три, шесть, девять. Трехзначный код у нас. Мы знаем танцующего кавалера под номером 10. Чем форму для выпекания. Нос Рудольфа. Страдание такое, да? Так, Рудольф. Рудольф, не знаю где. Форма для выпекания, нам понадобится чуть позже. Еще мы знаем код 369. 369 у нас катается под елочкой. Вон там. 3, 6, 9. А где мы знаем трехзначный замок? Вот, 3, 6, 9, поехала. Нам нужен либо четырехзначный код, либо пятизначный код. Что нам делать с 3, 6, 9? Искать? Ладно, смотрим. Тут просто ваза с цветами. А оленя пока нигде не видно. Там наверху какая-то странная картина. Возможно, тоже какая-то подсказка. Так, Рудольф. Вижу нас.
Так, нос дали. Теперь кому-то надо дать в качестве подарка кубик. Но кому? Кто-то любит выпить. Подринг. Так, у вас четверо. А этих пять. Джею надо дать. Это Т? Это Т. Или Джей? Просто Джей не знает, как она выглядит. Так, а там что-то зеленое. Там что-то вообще интересное стоит. Надо найти, куда ввести код 369. Не сюда. И не сюда. Потому что зеленое лежит. Я люблю котиков, говорит. Это славно. Так, скалка. Ложка поможет нам в дальнейшем размешивать все это. Больше тут ничего интересного нет. Где же у нас трехзначный код? Тогда просто музыку включаем. Пусть лучше продолжает. Так, Джей. Это вот такая. А, это бантик на мишке. Кей и Джей вот здесь сидят. А причем здесь вот 369, который едет. Куда его можно вести? Вот 369. Он в который раз проезжает мимо. На елочке нет никаких кодов. О, подожди. Это что такое? Так, печеньки сделать. И... просто подсказка, видимо, что надо делать печеньки и какаошку, чтобы мы могли вернуться. Маршмеллоу понадобится для какаошки. Нам понадобится какая-нибудь кастрюля. Эти нам не дают. Значит, мы найдем что-то, что подойдет. Скорее всего, оно спрятано здесь с разноцветным кодом. Так, такого же цвета есть лампочки. Посчитать количество таких... Только они меняются. Но три розовых я вижу. Три розовых. Все на розовом сосредоточились. Раз, два, три, четыре, пять. Понятно. А на зеленых раз, два, три, четыре. Четыре зеленых. Три розовых, четыре зеленых. Желтых раз, два. Так, погасло. Зеленый раз, два. Так, синий пошли. Раз, два, три. Четыре синих, как минимум. Желтых раз, два, три, четыре, пять. Пять желтых. Четыре синих, пять желтых. Пять желтых, четыре синих. Как минимум. Но чего-то может быть больше.
Давайте еще синих. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть синих насчитали. Но это не все. Так, давай розовые. Раз, два, три. Три розовых вижу. Давайте они еще раз зажгутся. Подождем. Не, синих, кстати, больше. Там наверху еще надо не забывать про синяки. Розовых вот три горит. Все. Всего три. Зеленых. Раз, два, три, четыре. Два постоянных. Так, раз, два. И три здесь. Зеленых пять. Зеленых пять. Так, желтых. Раз, два, три. Четыре. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть желтых. Но этих тоже должно быть больше, да? Нет? Как неудобно их так считать. Подарки под елочкой считаются, нет? Я надеюсь, что нет. Раз, два, три, четыре, пять. Пять зеленых. Мы говорили, что зеленых пять. Окей. Желтых. Раз, два, три, четыре. Там он желтый горит. Или это не считается? Горящие шарики считаются или нет? Раз, два. Так, да, голубой. Постоянных голубых три. Сколько голубых загорается? Раз, два. О, все пропало. Желтых. Раз, два, три, четыре, пять. Так, этих мало. Этих раз, два, три, четыре. Пять наверху. Раз, два, три. Три голубых горит. Слабенько. Вот так. Не? Сложно. Попробуем еще раз посчитать. Может, смогу найти нужное. И сколько их? Так, ну этих три. Этих три постоянно горит. Так, раз, два, три, четыре. Сбиваю еще. Раз, два, три, четыре. Вот их. Не понимаю, как он так складывает. Что если просто вот загорающихся посчитать? Тогда их будет меньше.
Вот так вот должно быть. Так, у нас есть чайник. Так, надо налить воды в чайник. Голубь. Мы голубя и так нашли. Это бека для запекания. Кипяточек. Чё, всю банку туда высыпал? А ну ты даешь. Так, вот маршмеллоу уж нужно еще. Или сахара добавить. По идее, вместо сахара обычно маршмеллоу идут. Нет? Ну, вот три маршмеллоу. И рецепт надо найти. Тут есть стрелочка. Интересно, это к чему? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, R, S, T. Это просто лафит, разбитый по этим. А с другой стороны слово birth, оно подчеркнуто. Попробуем тогда слово birth совести. A, B, A, B, C, D, E. Так, по R у нас была подсказка. R это 9. И S это единичка. Так, нам нужно яйцо для печенек. Добавили. Замешали. Лист. Давай раскатаем сперва. Добавляем немного молока. А все, молоко закончилось. Наверное, сейчас. Так, надо бы включить духовку. Она уже готова. Испеченные печеньки написано. Съешь нас. Они же испеченные были. Так, у нас беда. Они закрылись снова в плите. Как мы их тогда съедим? Откройте. Откройте, печеньки должны быть съедены. Говорят, печеньки еще не готовы. Откройте, пожалуйста.
Мне какая-то беда с этими подносами нынче. Ну все, печеньки пропали. Можем делать все остальное, кроме этих печенек. Но по идее, чтобы вернуться обратно за подарками, нам нужны были печеньки. Печенька в духовке. Духовка закрыта и открываться не хочет совсем никак. Может, хоть как-нибудь там прокрасться сможем? Через угол как-нибудь? Нет? Нет. Увы. Я ведь одна из лучших комнат по этому соревнованию. И вот так вот просто мы потеряли печеньки. Хотим ли мы начинать комнату сначала? На самом деле, наверное, нет. Мы много чего в этой комнате уже сделали. Прошло полчаса. Так, выхода нет, действительно. Доброе утро всем, кто подключается. Ладно. Похоже, эти печеньки канули в лету. А ведь выход был в лесу. У нас по подарке выяснили. Ну, почти выяснили. Какаошку выпили. Печеньки даже приготовили и испекли. Но при попытке поднять их с подноса... Ну, какая-то беда с подносами. Поднос у меня остается попой кверху. Ну, ничего. Попробуем в следующую комнату. Возможно, там будет лучше. Увидимся буквально через минуту.